Итак, ребятушки, утро второго дня. Сейчас ребят ждет бодрое пробуждение в виде утренней эвакуации с применением холостых патронов, газовых баллонов и дымовых шашек. Пойдемте. Эвакуация, покинуть укрытие, бегом, бегом, бегом! Быстрее, быстрее, покинуть укрытие, эвакуация! Быстрее, быстрее, быстрее! Давай, 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 выбегаю! Быстрее, 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 быстрее! Быстрее! Бегом, 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 бегом! Стоять, блядь! Куда? Давай, давай, быстрее, 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 быстрее! Быстрее, все, блядь, я покинул рюкзак, оставил ты его, отпустил руку. Давай, вылази! Построились. Быстрее, 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 нет кого бутена, все. Доброе утро, мужчины. Доброе утро. Че какой черный? Закоптился ночью? Да? И солнце зеркала нет. Зеркала нет, не видно. Че, мужчина, я поздравляю с утренней эвакуацией. И у меня для вас плохие новости. Потому что вот с тем набором, который мы сейчас выбежали, с тем набором вы будете до конца сегодняшнего дня. У вас задача следующая. Уйти в чащу минимум на 100 метров и там построить временное укрытие, и поспать в нем час. У вас на это будет, на построение даю вам 1.5 часа и на сон еще час. Итого у вас 2.5 часа. В лагерь возвращаться нельзя. Брать оттуда ничего нельзя. Вот что при вас есть, то можете использовать. Если ни хрена нету, ну хреново. Но тем не менее задача ясна. Какого плана укрытия делаем? Можно просто костер или? Костер, односкатный шалаш. Просто скат и напротив костер. Легли к костру ногами, все. Знаешь, односкатный как делается? Понял. Все, пацаны. У вас 2.5 часа, час 1.5 на построение, постройку и час на сон. Все, можете приступать. Куда идем? Вот чаще нет, вот там. Там полянка была. Да. Ты его стрелял вверх, блядь. Наслаждайся. Ну чё, кто там остался, на что воздуха нету? Теперь его совсем нету, да? Бля, самый ответственный момент у Бруталыча. Шашка его простерла, бля, у них докинули. Протерла у них? Да. Чё там прошло? Как вы туго пиздец. Пацаны, чё это? Это моя жопа. Чё, как ночь прошла, ребят? Ну так поспали. Было тепло. Тепло было? Кому-то. Тепло было, да. Блять, жарко было, ебаный нахуй. Вот так, наверное, будет более правильно характеризовать. Бля, я вспотел. Так огонь не замерзли, значит. Блин, опять пиздец. Но... Ты замерз? Да.
Короче, смотрите, пацаны, у вас сейчас такая лайтовая вводная. Вот они ушли, у них 2.5 часа на все про все. Ну, с учетом еще сна. Вы можете пользоваться их лагерем. Спальными местами. Вот. Спальными местами. Достать спальник там. Тема, вот. Нет, развязываться нельзя. Но вы можете вон закипнуть в лагерь, там у них лечь, досыпать. Можете пользоваться ихними продуктами, ихними вещами. Вот все, что у них в лагере находится, можете сейчас пользоваться. Сколько у нас на это время? Тоже 2.5 часа. Пока их нету. Сюда синя. Сюда синя трясет. Смотри, спальник только. Да. Давай его раскинем, чтобы он посушился. Не? А так по камере. Это надо? Ну, не знаю. Что у них здесь есть интересного? Нихуя нет, как они вообще тут поместились. У них, видимо, реально нихера и не было. Может, так и тепло. Шикарно спалось, было тепло. Ну, пацаны, орешки. Только мало было воздуха. Сортирка. Не знаю, сначала было холодно, потом... А, нет, сначала было жарко, сначала потом было холодно, потом снова было тепло. Это моего брата. Потом стало холодно, снова тепло, и потом пришел Рома. Туалет и бумага можно почистить. Как-то так это все случилось. У меня Рома приходил и раньше во снах, блядь. Че? Можно почистить, блядь, не раковину, но... Кто-то шарился у нас, мне казалось, это мы цепляли. Мы цепляли. Я тоже думал, блядь, меня хуя кто-то сверху пробует. Да-да-да, я тоже думал, Рома же там это... Думаю, ну поезд под головой, но нормально все не совпадает. Потому что нас же обрушили. Просто Рома стоит, бензином обливает, а? Ничего, поезд под головой. То есть нас обрушили же тогда? Натерло. Да, у вас тоже? Ну, пацаны, хорошие новости. Тут есть тушенка. Сразу видно. Противник мой не задумался сожрать. И не спрятал, он сверху вообще стоит. Он же, ну, не, а их же быстро выкинули. Да вы и так бы нашли. Я думал, кстати, блин, меня допугала эта штука, это какая-то домовуха была, получается. Ну, у нас домовуха, да, была. Ну, она не пошла, она в другую сторону была. Это как у меня. Если забросили к нам, но... Да пипец, я там чуть ли не обжегся ногами. Я думал, откинуть нафиг. А, спалось. Честно говоря, не очень хорошо. Вначале я дежурил, потом стало холодно, рубил дрова до руля до конца, потом дождь пошел, потом у нас случилась внезапная эвакуация, и я остался почти без него, только нож и кремень у меня с собой. Ну, зато я очень быстро развел костер. Сейчас мы сделаем временное укрытие и надеюсь, найдем какую-нибудь воду хотя бы попить. Я же не говорю о еде. Вот такие все ветки вокруг таскайте, собирайте. И все в одну кучу вот так складывайте. Любой, ну, не меньше 1.5 метра. В группе спалось отлично. Тепло было, сухо. Сделали вахту, каждый по часу следил за огнем. По очереди. Так, как собираешься ставить? Вот на это и на это дерево, вот так. Давай еще немного ниже. Метр, наверное, от земли. Вот так. Стоп. Ребята, подкиньте немножко, или пока не надо? Да нет, постепенно сами будем подкидывать. Пускай еще палки искать. Да, таскайте палки и потом займитесь лапником, тащите. Лапника придется дофига. На самом деле, да, очень нормальный, хороший сон был. С учетом того, что каждый час меняешься, греешься около костра, это поднимает тебе сон, ты крепче спишь. Но потом как-то у нас случилось все, что пошел дождь, и я замерз на самом деле. Уже туши? Тушу.
ё-моё, палка. Возьми топор, белый канал. Да сейчас я подушу и все, он больше не будет гореть. Вот так надо. У нас мало времени, очень, я думаю, не успеем. Успеем. Так, вдоль здесь, параллельно это. О-о-о! Сюда, сюда. Потому что здесь вот чехол только остался. Самоделкина были в гостях и решили, что надо прикупить обувь. В местном бутике. Местный бутик, блядь. 2018 мода, свежак. Интересно, если нас развяжут, Максу повязку-то не снимут, Макс. Так что молись, чтобы нас не развязали. Нет, зайти надо. Я сюда, блядь, абсолютно меняли, блядь. У Макса лобутен впадает. У меня тоже лобутен по пизде пошел. Пролюбил рюкзак по какой-либо причине. Не проблема, есть он тактический пояс, разгрузки. Пролюбил разгрузку, ладно, хрен с ним. По карманам все продублировано. Какие-то основные вещи, какой-то небольшой запас еды, там магнило, еще что-то. Ножичек какой-то, фонарик. Как минимум он уже не останется с голой жопой. Имейте такую привычку. Даже вот про эвакуацию, то что я говорил. Всегда рюкзак где-то. Чтобы можно было схватить в случае чего. Вот банально начался пожар бы. Потому что у вас ситуация реально пожароопасная была. Пожар бы случился и что? Сгорели бы вещи нахрен. Потому что все разбросано, где чего. А так схватил и тиш, пули, блядь. Даже если не с рюкзаком, просто вот. Сионистский знак вот этот, масонов глаз, блядь. О, масонский глаз, реально, давай. А второй пускай в сторону смотрит. Да, давайте. А вы поспали уже, нет? Ну да. Ну ночью. А что, вы лапник местами кладете? Ну, лапник лежит. Мог ты хотел сказать. Не, я мог лапник. Ну вот, парни, продолжение темы, ребята, отвлекли, да? То есть, если какой-то кипиш начался, сразу взять и текать. Также и с обувью такая тема. Что, ну вообще, в принципе, когда вот спишь в таких вот условиях без спальника, просто там на земле, на лапнике, еще на чем-то. А? На себе держать обувь. Не, обувь, да, можно себе, но есть нюансы. Чем больше на тебя держит одета, ты спишь, тем хуже сон. Ну ты можешь спать, но потом просыпаешься, знаешь, как будто вообще не спал. Да, лучше выбежать босиком, и тогда уже как-то ботинки достать. Вот, да, у меня и была такая ситуация, я все-таки ботинки, они у меня стояли, ну, как бы готовы. Вот, и, ну, и как минимум вариация такая, что можно спать в одежде, а обувь просто снять, потому что в обуви вообще херово, блядь, спать. Очень. Вот реально херово, они мерзнут и затекают. Рюкзачах тем более. Там, ну, сплошные проблемы, да, можно снять, там просто ноги к костру положить, чтобы теплее были, тогда по кайфу становится. Шнурками между собой связали. Под голову, как подушку положил, также если какой-то кипиш, то схватил обувь, все. Угу. Смотрите, ребят, ч
что еще? Парни, у вас сейчас, короче, есть возможность на время стать свободными. Добби теперь свободен. Но у вас будет задача следующая. У ребят сейчас будет блок по узлам. Вы развязываетесь, но ваша задача научить их узлам. Под которых я вас учил. А вариант остаться это завязанными и не учить есть? Нет. Напомни, проводник, восьмерка. Вы показываете, обучайте все, что запомнили. Ага. Если что, я под новым. А если название не знаю? Ну а так. Я буду корректировать, ничего страшного. А, вот, шикарно. Да. Ты каждому привяжешь друг друга, да, я так понимаю? Нет, персонально? Вы развязываетесь. Поднимите ему веки. Я понимаю, просто учить одного другому, как бы, ну, легче было бы, чем мы пятером будем учить их пятерых. Это тяжело. Индивидуальное обучение. Ну да, просто типа другие узлы, как бы больше узлов будет. Вот у вас задача команды скооперироваться и обучить эту команду узлам. Если что-то забыли, я напомню, покажу. Компенсация за ближайшие 2-3 часа будет такая. Короче, у вас 2 часа свободы. Спасибо. Хорошо, ботинки можем, да, накинуть? Пиздели, да? А веревки взять? Веревки, да. У нас отлично, ночка прошла на ура. Вообще, подогрев пола работал изрядно. Неравномерно, правда. Мне вот хорошо, но у меня воздуха не было. У меня с самого левого края лег. У меня здесь земля. Да. Я там просто как, знаешь, это, блядь. Позывной вид. Как это, булец там посередине этой избушки, блядь, воздуха глотнуть. Да, он крышу разобрал и просто сидел вот так руки. А я лежу, чувствую. Мне через крышу кто-то трогает меня. Я такой уже думаю, блин, где нож? Кто там лазит, блин? Смотрю, сидит, блин, это как это, как на диване каком-то. Плащ палатки на кнопках, я кнопки расстегнул, там и вылез так. Так, сложить веревку. Ну только объясняйте, зачем, почему это нужно. Как узел назывался? Проводник. Для карабина, для привязывания к дереву. Чем-то. Основа всех узлов, в принципе, тоже идет, да? Или ты сейчас не будешь справлять? Ну, не знаю. Говори, так знаешь. Я вообще молча знаю. Делаем петлю. И заводим конец. Сюда? Да. Да. У каждого узла должен быть свой рисунок, а у этого узла в данный момент похож. Смотрю, у тебя похоже? Да. Затягивай. Другую сторону, у меня как похоже. Все, огонь. Ну-ка. Да. Огонь. Дима, сделай побольше петель, огонь. Тогда будет легче вязать. Еще можно. А, я знаю, это спокойно. Дима, еще возьми он пенку, встань на пенку. Да, Димон, вставай. Вставай, давай. Смотрите, пацаны, вам тоже нужно вспоминать. Заворачиваешь. Потому что... Ну и вам это понадобится. И вам сейчас узлы реально учите, потому что в конце этого. И вот теперь это ухо продевай. Сюда. Это простое. Ну, обычно я, знаете, больше, как практикую, больше когда ухо, я показываю, я сразу объясняю, пацаны. Я специально буду где-то торопить, давай, где-то буду криво объяснять. А вот смотри, что понял, бля, ничего не понял. Специально, чтобы запутать, потому что в конце этого вам все дело понадобится для экзаменовки. И, ну, стоп, если что-то не помнишь, ну реально вот есть шанс втухнуть. Поэтому запоминайте. Узел проводника. Как он используется? Какие особенности? Узел для образования петли, когда нужно сделать какую-то петельку. Банально что-то подвесить. Либо щелкануть карабин для каких-то работ. Ну, любые ситуации, когда нужна петля. Будь то хозбыт, будь то там спуски какие-то, без разницы. Будь то на шее. Да? На шее вообще-то другое. Лёг, тебе холодно еще? Это ты восьмерку сейчас забабахал. Да. Делается точно так же, как проводник, только с условием, что делаем дополнительный оборот вокруг хвоста и обратно продеваем в петлю. То есть, да. Сейчас. Не осознал. Начинаем такой, делать, нет? Проводник. Да. Проводник как делал. Теперь еще раз оборачиваю вокруг хвоста и заводи, да. Чего-нибудь крепче, да? Побольше петли тогда. Он не стал еще развязывать. Так, сам почувствую. Тема такая, да, то, что у проводника есть один
большой минус. При серьезной нагрузке, при серьезной затяжке, ну полегче, полегче, при серьезной затяжке он врезается в сам себя и очень неудобно, его тяжело развязывать. Поэтому есть бонифицированная версия. Начинай делать узла, проводник. Называется восьмерка, потому что в ней больше оборотов, ее проще развязать. И теперь вот эту петлю еще раз вокруг хвоста заводи. И теперь продевай дырку. Так, вот проводник. То есть, условно, люди сначала пользовались проводником, но еще поняли, что сюда, в Чунге можно его развязывать, если какой-то груз к ним то подвесить, то еще рисунок что-то. Рисунок восьмерки, в общем. Потом придумали, модифицировали его, сделали восьмерку, которую проще развязать. Кривая. Кривая, да, у тебя что-то не то зашло. Можете вот делать больше петлю, тогда будет легче вязать. Самую петельку делайте больше. Вот, смотри, вот так смело. Можем вам? Получилось у тебя? Нет, это уже раз. Какая-то у тебя странная. А что два раза петлю посадил? Да, вокруг сырья он сажает. Вот. Ты молодец. Тоже нет. Пускай объясняет. Смотрите, берете вот так. Для чего он нужен, объясни. Для того, чтобы... Если вам, к примеру, нужно на, ну как это сказать, на веревке присобачить карабин, то тут будет примерно петля, но если я сейчас покажу, как он выглядит, блин, сейчас бы тоже запомнил. Я сначала сделаю, вот потом вам покажу. Только этот карабин, узел да, именно. Ну вот, смотрите, видите, веревка идет обратно. Хрен с два, он развяжется, можете сюда карабин потянуть. И блин, честно, за счет того, что узел петля находится независимо от веревок, там туда можно завязать уже протертый кусок веревки. Можно вплоть до того, что обрежешь это, и он будет веревка держать друг друга. То есть он годится, если оба конца привязаны. Смотри, если перетерлась веревка, да, и чтобы ее не рвать на две части, вот ты делаешь вот эту петлю, и на эту часть вообще давления никакого нет. Она может быть отрезана, а веревка будет, ну, как бы натянута и целая. Да, если ты работаешь с веревкой, поднимаешься, спускаешься, просто какие-то грузы, возможно, да, там, или переправу какую-то делаешь, и видишь, что кусок, ну, перебит, как-то это поврежден, оплавлен. И тебе нужно себя максимально безопасить. Можно, как вариант, завязать этот узел. Он называется... Ребят, название тоже вам нужно запомнить. Это все пригодится. У него много названий. Австрийский проводник, альпийский проводник. Есть там бабочка еще название у него. Есть народные названия. Писюн, ну понятно почему. Вот. Есть еще голова в жопе. Ну, ребята объяснят тоже сейчас попозже, почему голова в жопе. Вот. И вот, соответственно, он ну, просто перебитый край выводишь. Также он нужен для натяжения переправ. Вот. У вас переправа будет. Вот, поймете потом на деле, для чего он там нужен. Вот. Либо вариант какой? Вот веревка, да, десятка альпинистская, она по стандартам должна выдерживать минимум 2 тонны 200 килограмм. Вот классический вопрос, а веревка выдержит, а ничего не случится, тролля. Вот 2200 она минимум должна выдерживать. Соответственно, где вы, да, со своими там 70-80 килограммами, и где 2200? Вот. Но все узлы, когда их завязываешь, они скрадывают прочность веревки. Есть узлы, которые аж на 30, на 50 некоторые процентов скрадывают прочность веревки. То есть была 2200, узел завязал, уже тонна 100. Она в этом месте лопнет? Да? А? Веревка. Она в этом месте лопнет, веревка? Где? Если вот узел. Ослабляет ее. Ослабляет. Ну, да, может. Может порваться, может не выдержать. Но опять же, даже вот такие нагрузки, там, тонну 800, допустим, стало, если оно, это до хера. Вот. И чем хорош этот узел, он практически не скрадывает прочность веревки за счет своей геометрии, да, потому что там веревка, получается, вот так вот идет, то есть нет каких-то таких изгибов, перегибов. Вот как-то вот так. Давайте тебе показываю. Сразу объясню, почему голова в жопе. Что ты с этим сразу? Берете, делаете ты. Ну как это сказать? Отсека. Голова, тело и ноги. Я всем сказал, вечером. Ясно? Человечек. Вот, видите? Ну вот, вот. Вот тело, вот это голова и вот это ноги. Потом голову между ног. И потом. Голову между ног. И потом суете ее между телом. Так.
сейчас у меня это не получается сначала. Раз, подожди. Раз. Или полный оборот. Все? Вот туловище, вот у тебя ноги, видишь, вот должно что-то получиться, вот как у тебя сейчас, видишь, вот раз окошко, два окошка, три окошка. Я понял. Держишь основной вот этот вот, и петлей уже работаешь, вначале между ног, а потом в туловище. Да, он самый. Ну хорошо, этим можно сразу крест-накрест взять, это вместе. А, ну все, понял. Можете его потянуть, если... Ничего такого нету. И, ну, в принципе, рисунок такой. Тут идет теперь так. Где здесь? Рисунок просто запомнил. Хорошо объяснил, да. Поэтому такое название. Будет? Давай попробуем. Что у тебя там, да? Здесь раз перекресток, и здесь два перекрестка. Все, понял, да, голова. Да. Теперь голову заводи между ног. И вот у тебя появились щель. И опять же сюда. Да. То, что я сейчас знаю, не только это выбрал. Еще будет. Адекватно вообще не тяжелый подруги. Все круто, только если не повторить. Делай сейчас. Теперь вот эту вот. Петлю побольше сделаешь, чтобы тебе неудобно работать с маленьким. Можно элиту будет привязывать за две руки наверх. Ты вот это, вот так крест теряешь. Вяжи большую петлю, тебе неудобно. Это маленький. Вон там за чушки. Следи, как у меня они здесь перекручены. Не, не, не. Это очень ладно. Ну, у тебя все поверю, вот, вот теперь их вот. Теперь у меня одна я дорогая. Можно как на рюкзак типа нацепить. А это получилось? Так, так, так. Портал еще получилось, но сейчас обучает кремлевцы. Не было забыл, как ну как. Для связывания двух веревок. Парни, покажите ребятам прямой узел. Он простой. Два конца. Так что ты. Смотри, как завязываешь обычный. Обычный узел. Только второй тогда завязываешь наоборот. И вот он. Че он делает? Ну, за два конца возьми, что? Два конца возьми. А. Нет, нет. Вот. Сейчас. Похож. Вот ты. Вот ты это хочешь второму что? Там вот, вроде, он, да? Что он ходит. А. Завязываем обычный узел. Правда, и второй такой же, только наоборот. Ну, с другой стороны вяжешь. Да. Здесь два конца есть. Веревки. Ты два конца веревки связываешь. Кому помочь нам? Это для связывания двух концов веревки. Узел. Так. Там я последую. Помню, Ромаш. Ну, это для того, чтобы скрепливать две веревки. Но он не подходит, если веревки разного диаметра. То есть не сможем связать вот такую и вот такую. Да. Подходит? Я методом тыка делал. Просто методом тыка. Первый раз попробовал. Вот, пошло. Так что, запоминаешь просто? Запоминаешь, правая идет сзади, а повтори, Тима.